будем готовить рыбу под маринадом. А что такое маринад? Смотрите ролик, как мы эту рыбу поймали. Где-то снять, буду мешать. Нам понадобится лук, рыбка. Еще нам понадобится морковка. Паста и листики. Вот эти какие-то веточки. Надо рыбку отдать в руки. Фу, пахнет рыбкой. Мам, рыбку сама позаришь. Так, морковь съем начинку. О, вот это подходит. И прям. Мне тереть? Тереть. О, топ-топ-топ. Топ-т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 оп. Эта банка вообще не так открывается. Не переживайте, я не порезалась. Добавляем морковь и жарим дальше. Морковь – это манную пасту. Теперь добавьте это уксус и сахар. Кладываем рыбку. Сверху маринад. Остынь и ненадолго уберите в холодильник. Приятного аппетита. Какая вкусная пища. А, вообще-то я рыбу не люблю. Ты делаешь шпагат, как я. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.